лучше, блядь, за своего одежды подглядел. Я на тебя репорт накатаю, что ты, блядь, в школу приоритета будешь всю жизнь туда ходить, блядь. Ты, блядь, иди в пешка, бать, не выпивай, я, блядь, твой король. Я твой дед, я твой, блядь, князь, ебан. Выебан, блядь. Здорово, пачаны. Алло, пачаны. Алло всем, блядь. Сейчас оценим. Здорово, пачаны. Халло, пачаны, в общем... Мне не остро, просто долго прожевываю это мясо, потому что оно белое. Тяжко идет. Вам что, делать нечего? Ты мне объясни. Вам что, блядь, заняться нечего? Вы объясните, ребят, а? Смотрите, если... Слушай, не могу вот тут побрить. Брей. Вот так делай. Не тяни похуй на боль. Куча дел. Есть работа, короче, там есть гулянки. Идите пиво пейте с девушками там или что-то еще. Нахуй вас заниматься поебенью? Вы объясните, я вот этого не понимаю. Ребята, пиздуйте вон на улице, хорошая погода. Поэтому давайте мы все... В этом говне ебучем. В говне ебаных дудосеров, которых нужно перерезать всех. И знаете, блять, вы попадете в ебаный в ад, где вас Аид и Люцифер выебет вместе с вашими мамашами, ебаные дудосеры, матерей ваших расчленял, блять. Пачан, это отродки чипа, это отродки грузчика. Это только цветочки. Эти уебаны на все способны, ей-богу. Я готов. Я знаю, что там все бомжи там вам в школе подарил. Всем в лицо это сказать. Эти уебки способны на все. Они готовы свою мать убить. Они готовы всех родственников порезать. Ради того, чтобы, блядь... Они такие... Уничтожить! И... И чтоб сгнили пидорасы, которые дубят. И минус. Будьте такими, как они. Наебывайте партнерки, блядь, и получайте пизды. Антон Логинов под подозрением. Пережевываем? Заткни, ебало! И как уебусь с зубами, блядь! Не заходит в доту! ВАА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 А! Еще гайды были, но знаете, люди их создавали, может, один-два гайда. Чувак создаст, а потом все забивает. А я именно. У меня... Да пойди, мое... стой тут, а то проедет электричка и все. Хана! У меня... Знаешь, друг, а? У меня ничего не нужен. Самое главное по человечеству, по душе, по душе. Тут человек, который до конца шел. Первые 50 рублей. Это те же деньги, те же 50 рублей. Всегда так было. Человек круглый. Ну посмотри это, да? Круглый, да? Круглый, не круглый. Кровью, естественно, блядь. Ему плохо, у него нет глаз, у него нет рта. Одному 19-18, и другому 21. И чё, блядь, на 2 года всего достаточно. Я в своё время в 10 лет, блядь, выёбался на 16-летних, на 17-18-летних, на 20-летних, блядь. И что? Цел, жив. Диме звонит, то Блиера. Чё ты, блядь, сделай отсюда? Я тебя убью, нахуй. Фу, блядь. Ещё... Давай, ну нет, показываем, у нас в Москве, блядь, не должны быть такие. Но сак мы не будем, потому что, блядь, здесь камер дохуя. И наш писька, блядь, спалит. Люди ходят. Блядь, все, уходим отсюда, блядь. Сейчас полиция нас поймает. И пизде нам, блядь. Кто у нас поймает? А? Полиции. Какие полиции? Скажи, гражданство есть, но у меня-то... Пусть, блядь, ну я и... Пусть на сутку есть, все. Учитель. Надавливаем. Мой мастер-открывашка. Топ-геймер зовут. Так, я как понял, что у него есть комп,
то ли Xbox, то ли PlayStation. Ну, пизда доживет, мазафака. Можно уж, блядь, делать столько видео, где читайте вначале на PR записать, потом на компе, нахуй. Кто я? Некрасив! Ну, блядь, я имею в виду. Я же. Я нормально. Губа покоцанная, некрасиво. Если что. Если блядь. Что, давай позвоним. Ладно, это ты уходишь? Где-то... Ты да. Уходишь, брат? Зачем? Здесь много школьников. Тесак! 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 Тесак, блядь! Ёбаный в рот, сука, ж много школьников! Это, блядь, брат! Сука! Брат! 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 Брат, блядь, ты сука! Ебать! Рот, ебать, блядь, это сука, школьник! Просолили мне желудок! Альбибет из Мощадка. Хелло, пачаны. Дудос не пройдет. Мудак, блядь! Долбоёб, блядь! Ебантяй, блядь!